Актриса Анастасия Макеева несколько месяцев скрывала своего нового возлюбленного от поклонников. Лишь несколько дней назад она опубликовала первое совместное фото с Романом. Журналисты тут же выяснили, что у симпатичного мужчины уже имеется законная супруга и четверо детей. У очаровательной Анастасии Макеевой всегда было много поклонников, но в личной жизни не везло. Ее первый брак с актером Петром Кисловым не продлился и года. Она несколько лет встречалась с Алексеем Макаровым, но мужчина оказался чрезвычайно ревнивым, обладал невероятно вспыльчивым характером и часто распускал руки. В браке с актером и композитором Глебом Матвейчуком Анастасия Макеева прожила 6 лет. Они были красивой парой и казались счастливыми. Но их расставание сопровождалось большим скандалом. Некогда безумно любящие супруги щедро делились с прессой историями о тяготах совместной жизни. Впрочем, Глеб быстро оправился от развода. Вскоре начал жить с актрисой Еленой Глазковой. Сейчас у пары уже двое детей. У Анастасии все складывалось не так гладко, как у бывшего мужа. В конце 2018 года она вышла замуж за юриста Александра Саковича, но уже через год тот начал появляться в компании актрисы Екатерины Сёдик. Анастасия Макеева вынуждена была признать, что ее третий брак распался. А сейчас Анастасия уже задумывается о четвертой свадьбе, вот только ее новый возлюбленный сначала должен развестись. Анастасия Макеева познакомилась со строителем Романом Мальковым летом прошлого года, когда ей понадобилась помощь на даче. Роман, его жена Светлана и их четверо детей переехали несколько лет назад в Словению, но мужчина часто приезжал в Россию на заработки. Познакомившись с одинокой и прекрасной Анастасией, строитель быстро забыл о своей большой семье, а когда вспомнил, то отправил жене сообщение, что полюбил другую. Сейчас Светлана подала на развод. Она планирует добиться алиментов.